Привет, сейчас я буду делать пакет трейсер 9.2.3.6. Здесь у нас настройка статического и динамического NAT. В прошлых у нас двух был статический, потом динамический, а тут два вместе. Приступим, открываем R2, командная строка, enable configure terminal. Здесь нужно настроить ACL список с названием R2NAT. Давайте я скопирую название, потому что его правильно нужно написать. Пишу IP access list standard и вставляю название. Переходим в настройку этого списка контроля доступа и разрешаем здесь доступ к трем сетям. Вот этой, этой и вот этой, то есть 10, 20, 30. Permit 192, 168, 10, 0. И также нужно количество бит 0, 0, 0, 255. Все, настроили один. И так нужно настроить все три. У нас разница только в одной циферке. Можно стрелочкой вверх поднимать и настраивать. Все, у нас появился 1 балл из 8. Давайте настраивать дальше. Дальше в этом же роутере он у нас один, ну, по крайней мере, который нам нужно настраивать. Выходим. Exit. IP NAT pool. Задаем pool адресов NAT. Называем его R2Pool. Вот здесь у нас об этом рассказывается. Копируем, вставляем. И вводим адреса. Он у нас здесь всего один будет, поэтому просто один адрес. 209. 165, 202, 129. И его же можно скопировать и еще раз. Так, сейчас копирую, вставляю его еще раз. Но нужно еще маска под сети. Netmask и маска под сети 255, 255, 250. Ой, у нас ошибка. Ой-ой-ой. Так, сейчас я скопирую команду. Что-то пошло не так. Копируем. Вставляем. Записываем netmask. 255, 255, 255, 252. Все. Мы задали пул адресов. Он у нас всего один в этом пуле. Но мы все равно его задали. Теперь нам нужно соединить наш ACL и наш пул. Для этого IP NAT inside source list и название R2NAT pool, название пула R2Pool большими буквами, важно правильно написать, иначе оно не заработает. И overload. Все, вводим, соединили их, и давайте настраивать дальше. Теперь нам нужно задать их определенным интерфейсом. Для этого интерфейс G, ну, ой, здесь у нас F00, IP NAT, inside. Outside у нас будет всего один. Интерфейс F, F все. S000 IP NAT inside. Интерфейс S001 IP NAT inside. И S010 у нас здесь будет outside. Outside. Все. Настроили. И нам осталась всего одна команда. А мы зададим статический NAT. Выходим. IP NAT inside source static. Это у нас внутренний NAT будет. 192, 168, 20, 254. Вот мы видим этот адрес. Это у нас inside и outside. Мы их сейчас вводим через пробел. 209, 165,
202, 130. Все. Мы все настроили. Как мы видим, у нас 8 баллов из 8. Можно нажать Check Results, посмотреть Assessment Items. Все настроено правильно. Думаю, задание было простое, такое же, как и для меня, для вас. Вот. Надеюсь, все понятно. Пока.